жжем, давайте жжем, ребята, жжем! На заре. А почему у тебя трусы лежат на микроволновке? Вот и сиди, блин, сам один вино пей. Вот и все, блин. Я хочу быть с тобой. Слышал я это уже. Всем привет, с вами Анютка. Сегодня очень крутой выпуск, чат-рулетка. Я там буду петь песни, веселиться и смеяться. Блин, ребята, это очень клевый получился видос. Обязательно его досмотрите до конца, потому что в конце просто... ржать до слез. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пиши свой комментарий и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, отправь это видео другу, потому что я думаю, что он тоже захочет повеселиться вместе с нами. Понял, вот как теперь это называется. Волосатый еще и этот шнур. Ну, вот видишь, волосатый. Круто. О, гитарист, привет! Привет, а ты на YouTube что ли снимаешь? Да? А, я там буду, да? Ты уже здесь. О, блин. А, у тебя прямая трансляция? Да. А я все думаю о ней, о ней, о ней. Нет никого не ради, ради, ради. Хочешь, я тебе жениха найду? Давай. Как тебя зовут? Влада. Сколько тебе лет? 14. 13? 14. 14? Тогда не найду, у меня вот аудитория 30+. Привет. Добрый вечер. А почему у тебя такие большие наушники? Чтобы ты хорошо слышал? Да. А почему у тебя трусы лежат на микроволновке? Да это не трусы, если что. Это майка у меня такая. А, как трусы, да? Здравствуй, привет. Юность в сапогах. Здравствуй, вот мама в сапогах. О, этот, Саня, ой, как его? Димон, во, Димон, здорово. 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 О, Славик и Димон, то есть Славик, ты чё, Славик, а? Славик, не очкуй. Не очкуй, Славик. Да. Как вас зовут, пацаны? Я Лёша, это Никита. Алёша? Добрый. Потому что нет Алёшки у тебя, а Алёшки... Ты скучаешь зря у Алёшки, все твои мечты, только о Илюхе позабыла ты. Подружились мы. О, нет, Женя, быстрее убирай! Женя, быстрее! Заглушка стоит. Слава богу, заглушка стоит, я сейчас такое видела. Кольщик, накали мне купола. Голоси еще у тебя классно. Спасибо. А че не продолжаешь? Песня хорошая. Или ты так только чисто для меня ее... Я на самом деле другую песню пела, просто увидела вас и поняла, что надо сразу кругу начать. А почему вы, Кольщик, я не сидел ни разу? Нет, это имеется в виду, что вы не то что сидели, а вы такой серьезный, что вам прям такую серьезную надо песню. А я книжку просто читаю. А, да? И в театре редко сидите? Лейла, 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 лоу. Блин, ну очень круто, прям, я же не спасибо. Знаю. Спасибо. Как тебя зовут? Меня Дима зовут. Дим, тут они все у меня спорят. У тебя пузырь водки или что? Винишко. В одиночку что пьешь? Да, слушай, у меня девушка уехала. Короче, в Тиндере с утра познакомились, вечером увиделись. Ну, она мне такая сразу не зашла, такая, домой уже отвожу. Она такая сама говорит, какие у тебя планы? Я еще говорю, там винишко вовек. Такая, ой, а давай я с тобой поеду. Я такой, ну, давай. Типа лучше, чем одному. Я к ней начал очень жестко клеиться. Она такая... А, ты что думал-то? Деловой, клеиться он начал. Ну-ка, естественно, а зачем? Ну, как еще? А ты что, просто так, что ли, познакомиться-то? Это, все, до свидания? Ты не обязательно сразу до свидания, да? А ты есть? А, ну можно на следующий день до свидания, да, с утра? Вот и сиди, блин, сам один вино пей. Вот и все, блин. Так что я тебе что хочу сказать. Давай. Нужно, значит, носить трусы, знаешь, такие с ромашками. Они, знаешь, они притягивают женщин. Да?
Они притягивают женщин. Ты смотри, идешь такой, значит, ну знаешь, как обычно, ты идешь по магазину, и мужик такой наклонился и там ищет внизу там, ну, сахар, там что-то купить там, да? Вот он наклоняется, и у него копилка такая видна, вот, жопная копилка, вот, и оттуда еще волосы торчат, вот. И будет классно, если там будет, как бы, трусы в ромашку. И она такая, раз, какая задница, и все тёлки твои, я тебе говорю. Хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так... Ну что ты улыбишься, не про тебя пою. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Стример, нет, что ли? Нет, кто тебе сказал, что я стример? Твое имя давно стало другим. Глаза навсегда потеряли свой цвет. Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет. Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел. Так вот, вообще да. Уже. Я хочу быть с тобой. Слышал я это уже. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. По лбу дала тебе. Я ломал стекло, как шоколад в руке. Шутка. Я резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе. Я смотрел в эти лица и не мог им простить того, что у них нет себя, и они могут жить. Понял? Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Ты помнишь, что поет? Тихо. Я про творчество. Я про попу пою. Про что? Про попу. Про попу? Да. Ничего страшного, да? Ну ладно, давай. Попу мыть нужно каждый день. Попу мыть, даже если лень. Чистая она теперь, но полотенца нет нигде. Трусим, 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 высохнет и так. Это яйцо. Спой нам, пожалуйста, еще. Руки мыть нужно каждый день. Класс. Уже лучше, да? А еще что мыть? Так, писю мыть нужно каждый день. А еще каждый день что мыть надо? Сисю мыть нужно каждый день. На небо, их еще бы красным не бы. Фиолетовые пудры в ниты, и я. Жизнь такая ж ты, акула, ты беззубая. Завтра мел исчезнет в лужах и десятки машин. За собой следы оставит разноцветных шин. Фиолетовые пудры в ниты, жизнь такая ж ты, акула, ты беззубая. Завтра мел исчезнет в лужах и десятки машин. За собой следы оставит... А давайте под эту песню станцуете, ребят. Вот под эту. Попу мыть нужно каждый день. Попу мыть, даже если лень. Чистая она теперь, но полотенца нет нигде. Трусим, 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 высохнет и так.
Станцуйте, пожалуйста, арабский танец. Во-во-во, отлично, супер, прям как Мигель. Как этот, коты Шрека так. Ой, прикольно как. Давай, Жень, мы тоже в ответочку сделаем. Иди сюда. Женек, давай. Кто кого? Женя, наверное, выиграл. Долгий век моей звезды, сонный блеск земной росы, громкий смех и райский мед в небесах. На заре голоса зовут меня. На заре голоса зовут меня. В небесах. Давайте жжем, ребята, жжем. Зовут меня на заре. Всем пока, спасибо за просмотр. Жду вас снова на моем канале. И напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат. Я буду снимать еще. Все, всем пока. Спасибо за внимание.